Сейчас вот у нас глубокая осень, как вы видите. Вот. Все желтые облетело, вообще ничего. Природа у нас оскуднела маленько. Давно уж хотел прийти посмотреть. Раньше в это время уже снег у нас лежал. Можно сказать, даже не очень мелкий, а снежок уже был. У нас уже и озеро замерзло местами. Вот, покрылось, короче, льдом. Тонким слоем, тонким-тонким слоем. Бобры вон натаскали хвороста. И обмелел он у нас довольно-таки. Сегодня уже у нас было около минус 5, наверное. То есть очень прохладно было ночью. Бобры помогают. Не дают зарастать берегам. Вот. Здесь он тоже похрумкали все. Одни палки торчат. Пенечки, особенно здесь. Все погрызли. Этот берег вообще надо было оставить девственным. А они все погрызли. Кусали. Одна единственная труба осталась, остальные все потягали металлисты. Так, вот сегодня нам надо будет сюда наведаться. За слегами.